Да. Спасибо большое, что вы пришли, нашли время прийти, приехать к нам сюда. Это 33-я выставка творческого объединения художники Чертанова за полтора года. Да. В этом году у нас будет по юбилею. Вот. И, может быть, мы эту выставку даже еще куда-то передвинем. Ну, если у нее будет хороший такой отклик. Потому что она концептуальная. Если кто не знает, я вот смотрю, тут очень много новых лиц. Все работы парные, одного автора и второго. У нас везде, как бы, когда мы все афиши там все оформляли, у нас выставка называлась 33, два взгляда. То читалось как 33 взгляда все время. Здесь, наверное, видно, насколько. Что значит художник, я так вижу. То есть вот одно и то же место, два художника как видят и мир ощущают по-разному, и как по-разному это можно воплотить. В этом году у нас было очень много пленэров. Вот следующая выставка после этой, это такой спойлер небольшой, она будет пленэрная. Приоритет тем, кто выходил с нами на пленэры. И тут на этой выставке в основном одни пленэрные работы. Если это портреты и натюрморты, это все писалось с натуры, то есть это не из головы, никто ничего не выдумывал, собственно, как видели, так и писали. То есть мы друг друга нарисовали там, в общем. То, что на афише. А так портрет не наша сильная сторона, поэтому. Ну, не знаю. Много видов Чертанова, кто в центральном или в северном Чертаново живет, мы, наверное, узнали. Ну да, Белый мостик, Кировоградский путь. Дальше идет Северная Чертанова, вот этот самый известный дом. Вот куда вы сегодня ездили? Я хороший, не знаю, что это.